56-летняя певица захотела побыстрее завершить бракоразводный процесс. Лолита Милявская призналась, что ей нужно обзавестись штампом, подтверждающим, что она свободна. Затяжной скандальный развод артистки с пятым супругом, 45-летним Дмитрием Ивановым, наконец подходит к концу. Звезда попросила своего юриста Сергея Жорина поставить точку в этом деле на заседании, которое состоится уже завтра. Милявская призналась, что пошла на такой шаг ради нового бойфренда, имя которого не раскрывает. «В пятницу 13-го хотелось бы положить конец нашему бракоразводному процессу. Все, что можно, мы уже доказали. Что брак вполне фиктивен, плюс у нас есть пара дел, которые вполне можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла далее затягивать сие, ввиду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной. Побыстрее хочется освободить паспорт», — пояснила экс-супруга Александра Цикало Стархиту. Поклонники певицы пришли к выводу, что она решилась выйти замуж в шестой раз, потому и хочет поторопиться с формальностями. Месяц назад Лолита приняла в подарок от нового мужчины роскошное кольцо с бриллиантами. Поспешное решение звезды стало неожиданным даже для ее представителя. «Мы собрали все доказательства фиктивности брака. Однако в свете последних событий будем настаивать на том, чтобы завтра Лолиту официально развели», — сказал Жорин. Отношения артистки с нынешним избранником начались несколько месяцев назад. Она встречается с обеспеченным бизнесменом, который свозил ее на отдых в Израиль. Иванов рад за бывшую возлюбленную, с которой прожил 9 лет. Он заявил, что приветствует здоровые отношения Лолиты. Ранее звезда призналась, что Дмитрий оказался изменщиком, альфонсом и абьюзером. Исполнительница хита на «Титанике» рассказала, что Иванов крутил романы на стороне,